Привет! Это Пруфы и наш проект «Экспертиза». Здесь мы будем рассказывать и рассказывать экспертно с помощью специалистов о разных вещах, предметах и явлениях. В прошлом выпуске мы разобрали строительный материал «Газоблок» и убедились в том, что, несмотря на яркую рекламу, материал требует очень бережного к себе отношения. Он относительно хрупкий. В YouTube много роликов, где дома из газобетона по тем или иным причинам дали трещины и даже разрушились. Самый страшный враг человека – огонь, который не щадит никого. И сегодня мы разберем еще один устоявшийся миф о том, что газобетон якобы не боится огня. Способны ли стены из газоблока остановить распространение огня? Как ведет себя материал при высокой температуре? И как меняются свойства стены из газоблока после пожара? Газобетон относится к негорючим материалам. Огнестойкость – это способность строительных материалов препятствовать распространению пожара и сохранять свои эксплуатационные свойства при высоких температурах. Оценка огнестойкости стройматериалов производится по трем параметрам – несущая способность, целостность конструкции и теплоизолирующая способность. До плюс 700 градусов по Цельсию прочность газобетона не снижается. Авторы канала «Реальная стройка» замерили прочность газобетона и керамзита блока до испытания огнем. Далее эксперты поместили стройматериалы в печь и обожгли при температуре около 1000 градусов Цельсия. Это как при настоящем пожаре. И снова сняли замеры, как изменилась прочность материала после огня. Что случилось с газобетоном после печи? По всему блоку пошли трещины, и это даже без нагрузки. Материал рассыпался просто под влиянием высокой температуры. Испытание огнем газобетон не выдержал. В YouTube при запросе «газоблок и огонь» одним из первых всплывает ролик канала «Строительство дома просто о сложном». Ролик называется «Газоблок не боится огня. Правда или миф?». Его автор помещает газобетон в огонь, а потом проверяет, как изменилась прочность блока после пожара и делает неутешительный вывод. Кстати, вот здесь можно будет видеть вблизи. Вон, видите, весь покрытый трещинами, абсолютно весь. То есть он вроде как держит форму, но смотрите, маленько. Хлоп, хлоп, хлоп. Это D500. Поэтому те, кто говорят вам, что газобетон огню не поддается и не теряет прочностных характеристик, просто дурят головы. На канале Глеба Грина, эксперта по газоблокам, автор дает рекомендации, где и как можно использовать ячеистый бетон. Специалист подчеркивает, что огонь или вода – худшие враги для этого стройматериала. Их прямого взаимодействия лучше избегать. Недаром печи строят все-таки из кирпича, а не из газоблоков. Места, где применение газобетона, ну, считаете, что недопустимо. Обусловленные огнем либо жаром. Значит, футировка печей, каминов, бангалов газобетоном не годится. Дымоходы без гильзования из газобетона тоже делать не следует. Что ж, нам остается только согласиться с экспертом. А вы делайте выводы самостоятельно и тщательно взвешивайте все «за» и «против». С вами проект «Экспертиза». Подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями. Разбираться в важных темах будем вместе. Только пруфы и ничего более.